Всем привет и сегодня я покажу вам установку очередного автомобиля в игру GTA 5. Это автомобиль блогера Михаила Литвина, который появился недавно на сайте RugetAp5Mods. Да я знаю, что я уже снимал несколько видео, несколько десятков видео по установке подобных автомобилей, но я думаю, что если я сделаю просто обзор этого автомобиля, он попадет в рекомендации, и вы в комментариях будете писать, как его установить. Поэтому в этом видео я покажу вам сначала установку, и потом перейдем к обзору. Но если кто-то хочет сразу же пересмотреть обзор, тогда спускайтесь по тайм-кодам, там будет ссылка сразу же на обзор, тайм-код. Ну а для тех, кто хочет его установить себе в игру, я покажу самую полную установку. То есть с самого нуля, даже для тех, кто первый раз устанавливает автомобили в игру GTA v. Ну а вы в свою очередь не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, чтобы не пропустить другие подобные видео. Ну а сейчас давайте перейдем к установке данного автомобиля, Porsche Taycan Turbo S. Михаил Литвин Леврея. То есть это такая эксклюзивная раскраска, по сути по штайканов есть очень много на этом сайте ругета 5 Mods, но именно этот он эксклюзивный, то есть есть и русские номера, как у Литвина, есть раскраска. Поэтому скачиваем его с этого сайта, само собой ссылка будет в описании на этот мод под видео. Скачали мы эту машину, Тайкан 21, скачиваем потом Open 4 последней версии с этого сайта. Им потому что без него у нас будет вылетать GTA. -шка как файл Limited это для лицензии, чтобы лицензия не вылетала. Хип аджестер, также само загружаем. Скрипту 5 обычный загружаем. И .NET последней версии. Также само меню трейнера. Для чего меню трейнер? Для того, чтобы заспавнить этот автомобиль. Нажимаем здесь Download Latest Release. Все мы эти файлы скачали, нажимаем показать папки. Переходим к установке. И открывайте просто свою корневую папку с вашей игрой. Можете нажать расположение на ярлык, там перейти в корневую, или же просто найти ее на диске. Так же, как это делаю и я, то есть захожу просто в Steam Library, Common, Grand Theft Auto, или там, где у нас находится установлена наша GTA. -шка. Там, где у нас находятся вот эти все ярлыки, где приложение RPF, открывайте эту папку Grand Theft Auto. И сюда закидывайте самые легкие файлы. По сути, может установка показаться сложной из-за того, что много так файлов. Но эти все большинство файлов просто копируются в игру. Для начала открывайте меню Single Pair и закидывайте его просто в папку с игрой. Там где у вас находится вот это приложение GTA 5. Выделяйте это все и закидывайте его сюда. Я нажимаю пропустить, потому что он мне уже есть там, чтобы он там не заменил мои настройки, которые у меня уже есть там. Закрываем, потом открывайте .NET Script Hook и также само перекидывайте вот это все в папку с игрой. Там где вот эти все RPF архивы и так дальше. Закрываем, также сам открывайте обычный скрипт Hook. Открывайте папку bin. Динпут8dl закидываем сюда. Можно пропустить, можно заменить, в принципе от этого ничего не изменится. И также скрипту5dl тоже сюда закидываем. Это самые важные файлы вот эти двое, то есть динпут8dl также скрипту потому что без них мы не сможем заспавнить наш автомобиль. Далее открывайте adjuster. Вот эти два файла закидываем папку с игрой. Закинули, то есть они у меня уже там есть, опять таки. Открывайте пак файл Limit Adjuster и вот эти два файла также само закидывайте папку с игрой. Я пропускаю, потому что они мне уже установлены. Показываю для тех, кто первый раз устанавливает данную машину. Вот это мы все уже с вами скопировали, можете это все удалить. То есть эти пять файлов, которые у нас тут есть, удаляете их просто. Теперь осталось распаковать себе конфиг. Открывайте этот архив конфиг, ищите вот в папке GTA, ищите приложение GTA 5, которое больше всего весит нажимаете на него свойства или же просто смотрите там видите у нас когда мы на него наводимся написана там версия сейчас смотрим 23.72.2 или же нажимаете свойства переходите подробно и здесь написана версия 23.72.2 для этой версии себе распакуйте конфиг конфиг находится в этом архиве вот эта версия она может быть в папке older version либо в папке вот этой конфиг на этот раз он находится вот здесь то есть видно, что здесь 23.72.2, то есть просто себе его распаковываете. Сток трафик. Если у вас более старая версия, здесь написано, заходите просто в older version, и здесь есть все более старые версии. То есть суть этого всего в том, что вот эта версия 23.72.2, допустим, или версия вашей gta должна совпадать с вашим конфигом, который вы распаковываете. В моем случае вот эта 23.72.2 совпадает с этой папкой, с которой я скопировал себе конфиг. Также, соответственно, и вы себе копируете, то есть, соответственно, с вашей версии игры GTA 5. Если вы это сделаете что-то неправильно, игра у вас просто будет вылетать после запуска. Вот это мы себе распаковали, закрываем и нажимаете ОК. Это нам потом понадобится. А вот это можете уже у себе удалить. Запускайте программу Visitube, нажимайте русский, продолжайте, принимайте здесь все условия, соглашайтесь. И скачивайте 19 байт файла, нажимайте здесь да. Также саму папку с игрой вы можете уже себе закрыть, потому что мы уже с ней работать не будем. Остается только с программой Open4 установить эту машину. Нажимаем закрыть после установки этой программы. Также сам этот визитуп -e можем себе удалить. Это если что была у программы Open4, нажимаем ее запустить. На, рабочем столе будет ярлык. Нажимаете Windows и указывайте опять-таки путь к вашей игре, где она у вас находится. Grand Theft Auto. И выбор папки. Потом продолжите и еще раз продолжаете. В принципе установка очень легкая, если вы все сделаете точно так же как и я. То есть соответственно с моей версией игры. Если у вас допустим версия игры отличается, то можете копировать себе просто другой конфиг. А все остальное так, так же само делаете. После запуска вашей программы Open4 нажимаете просто редактирование. И нажимаете здесь да. Переходите в инструмент, заходите в оси менеджер. И здесь нажимайте все установить, потому что иначе мод работать у вас не будет. И если что-то не установлено, чтобы у вас было так же самое, как у меня вот это все зеленым. И после этого закройте. Далее переходим и устанавливаем, собственно говоря, наш тайкан. Вот этот архив. Архивы, если что, открываются с помощью Winra. Кто не знает, кто пропустил это все. Для этого просто заходим в вот эту папку Update который у нас есть в папке с игрой обязательно должно светиться редактирование заходим потом в x64 dllpack заходим и открывайте вот эту первую папку и открывайте RPF. нажимайте копировать папку mods, чтобы скопировала путь и создала папку mods. нажали папку mods, видите мы уже находимся в папке mods. теперь просто нажимайте здесь на DLC Так также как я у меня здесь больше машин, потому что у меня здесь другие машины еще установлены у вас будет тот один архив, который вы скопировали себе. Потом открываете вот этот Тайкан 21 и просто себе вот этот Тайкан 21 перекидывайте папку DLC Packs. Так же как и я. Скопировали его туда и теперь переходим и прописываем DLC. То есть заходите в папку GTA вот здесь нажимаете. Заходите опять-таки Update, но уже заходите в Update RPF. Нажимаете опять-таки копировать или показать папки mods, чтобы перенесло вас туда в папку mods. И заходим потом в Common. Заходим в Data. И здесь ищем DLC List файл. Вот этот XML. Включайте редактирование, потому что иначе вы его не сможете редактировать. То есть нажимайте на него правую кнопку мышки и редактировать. Переходите в самый низ. Копируете любую последнюю вот эту строчку, допустим. Просто ее себе скопировали. Нажали Enter. И вставили ее сюда обратно. Дубликат сделали. И вместо этого дубликата, то есть который вы прописали, вот это название просто прописывайте или просто копируйте его с этого архива название и вставляйте его вместо этого дубликата. Так же как у меня должно быть и при этом не должно быть таких пустых мест. Вот допустим, если вы допустим оставите вот так, также не должно быть. То есть все ровно как у меня вот сейчас точно так же. И сохраняете просто. Опять-таки, если вы не можете вставить туда строчку, то есть, значит, вы просто открыли этот DLC-лист. Надо нажать редактирование и потом нажать еще раз редактирование здесь. Тогда вы сможете вносить там изменения в этом DLC листе. И машина у вас там пропишется. И буквально таки последний штрих это установка GameConfig. Он копируется тоже в этот путь, где мы находимся в этой дате. Просто его сюда закидываем, этот GameConfig, вот в эту дату. Опять таки должно быть, чтобы этот GameConfig соответствовал вашей игре GTA 5. потому что... Если будет отличаться, игра вас просто будет вылетать. Потому что это GameConfig, это конфиг обновлений GTA. Его важно скопировать для своей версии. Так же как я говорил, когда мы его тебе устанавливали, распаковывали. Ну и собственно говоря все. То есть можем это все теперь вот это удалить. Выключать редактирование и запускать свою игру. Будем спавнить этот Тайкан. Ну и ребята, после того, как вы запустили вашу игру, покажу вам сейчас, как заспавнить этот а же Тайкан. Нажимайте просто F8 на клавиатуре, для того, чтобы включить себе вот этот меню трейнер. Нажмите несколько раз. И здесь потом, чтобы его найти, вы можете есть два пути. Заходите просто в Эхкле с управлением стрелками или же нампадом. Зашли в Эхкле Options, в Эхкле Спавнер. И смотрите, Тайкан будет у вас либо в вкладке Супер, либо в вкладке Спорт, либо в других категориях. То есть... Смотрим, где у нас этот тайкан. Я его сейчас искать здесь не буду, потому что это будет, наверное, очень долго. И не факт, что он здесь будет. Есть гораздо проще способ, но все равно он здесь будет, где-то он там спрятан среди этих всех автомобилей. Есть способ намного проще, просто перейти вот здесь снизу, где у нас написано Input Model, вот здесь. И просто вводите на английском себе Тайкан. Сейчас переводимся на английский. И вот также Тайкан 21 вводим так же, как было написано на этом DLC. Ввели Тайкан 21 и нажимаете просто Enter. Вот он, ребята, смотрите, заспавнился вот этот Тайкан Битвина, даже номер его. Э, Хас написано, или это не его номер, я не знаю, короче. По-моему, это его номер, если что, напишите в комментариях. Ну и чтобы его потом не спавнить, этот автомобиль постоянно, вы себе его просто сохраните. То есть зайдите потом в Favorites и это New Vehicle Model. И просто здесь также самое напишите тайкан 21. Вот так вот, так же, как и я. И он у вас там будет. То есть этот тайкан. Вы сможете его потом себе заспавнить. Либо в saveit векл себе сделайте. Saveit current векл. Создайте себе новый автомобиль. Тоже напишите себе тайкан. Такие вот способы спавна этих автомобилей. То есть и вот он наш этот тайкан, который мы себе установили, заспавнили, так сказать. да Давайте его рассмотрим, то есть какой у нас, как он у нас выглядит. По-моему, здесь даже автоспойлер, я не знаю, сейчас посмотрим, прокатимся. Давайте посмотрим, вот что у нас там внутри. Сейчас вот так вот сделаем. То есть видите, какой крутой тайкан. Вся электроника там, короче, ливрея, вот это все сделано круто. Круто, конечно же. Плюс еще вот это карбон или что это там у него, я не знаю. Скорее всего, это карбоновый капот был такой. Углеволокно. Вот здесь сверху тоже. Тоже карбон, по-моему, да? Ну и автоспойлер сейчас посмотрим. Тайкан Turbo S. Вот номера русские тоже. Тебе можете посмотреть. А что там написано у нас? Performance. The Performance как-то. Что-то вроде этого. Так, такой у нас крутой тайкан получается. Главное сейчас, чтобы скорость была большая. Ну, давайте попробуем. Посмотрим изнутри, как он выглядит у нас. Смотрите, как там все светится. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, здесь у нас электроника, спидометр тоже работает. Это у нас там GPS, магнитола такая. Интересно, можно ли заменить вот этот, этот цвет салона. Потом сейчас попробуем. Давайте попробуем на нем разогнаться. Кстати, ребята, тоже звук. Слышите какой звук, как у электрокаров, потому что электрокары тоже есть в гиташке там этот Сурч, или как он называется, этот автомобиль электрический, GTA. И смотрите, как этот Тайкан разгоняется. Сейчас с места давайте попробуем, рванем, рванем просто вот здесь. А ну-ка, с буст. Ой, ничего себе, как... Вот это, ну вот этот Тайкан, это понятно, что так разгоняется, потому что тоже может так быстро разгоняться, как не Тайкан. Да, вот сколько скорость, давайте посмотрим, 170 миль. Это в километрах или это в милях? Это мили, по-моему, там, да? Потому что не может быть 180 километров. Слишком уж быстро это все. Если перевести в мили, то есть в километры, давайте попробуем перевести в километры в этом меню трейнере. Там есть спидометр. Сейчас попробуем его найти. Вот где-то здесь снизу есть спидометр. Это хороший меню трейнер Можете себе его тоже себе настроить, как вам удобно. Я на него обзор делал в своих других видео. Спидометр у нас находится в вкладке Vehicles Options. И спидометр вот здесь. И у нас здесь метрический. Давайте поставим Imperial. Но нет, это по-моему спидометр поставлен просто на машине так в милях. Поэтому не получится его перевести. Максимально там 180 миль. Но вы себе там уже переведите, если что. Сколько это в километрах будет? Где-то... Вот где-то 300 с чем-то, да, 340. Но мы его включим по-другому, сейчас. Вот, вот так сделаем. нет, это в милях и было. Вот сейчас в километрах. А ну-ка, сейчас перевелся или нет. Нет, ребята, опять-таки, тоже в милях. Давайте попробуем разогнаться. Я вам просто включил справа спидометр, чтобы вы посмотрели, сколько это будет в километрах, чтобы зря не переводили. Здесь аккуратно проходим. Вот туда, по-моему, давайте газанем. 100, 200, сейчас уже 200 почти километров. 250. Сейчас главное не разбиться сейчас здесь. Потому что скорость большая такая. 300 есть, да, 310, 320, 330, ну, 340 попробуем выжать. 337 было или сколько там. Я хорошо рулится. Ну да, ребята, разбились, конечно. Поэтому давайте попробуем еще раз. Как говорится, дубль 2. Где у нас там тот тайкан? Ну, заодно вам покажу, как его заспавнить еще раз. Когда вы, допустим, его потеряете, просто запустите себе меню трейнер этот. И здесь Vehicle Options, векло спавнер и либо в фейворит зайдите себе, либо в Saved вехклы. Я предпочитаю больше вот этот фейворит. Uh, и мы себе его заспавнили такие. Да, видите, где-то там 340 он едет по-любому. Вот смотрели, сколько он едет. Вот. Uh, автоспойлера, по-моему, нету. Давайте я километры эти выключу, потому что, чтобы они нам не мешали. Сейчас. И так есть спидометр, там вот можно, кстати, вот такой включить себе спидометр, если хотите. Тоже метрический, либо такой включить себе. Но я предпочитаю там на машине смотреть больше всего. Давайте поедем в этот лос Santos Кастомс, посмотрим, что мы сможем на него поставить. Ну и будем завершать как бы наш обзор. Автоспойлера, к сожалению, здесь нету, как видите, да, вот. Вроде бы что-то такое там есть, как спойлер, что-то там сзади. Но ничего не поднимается там. Разгоняется хорошо. Ничего себе, как едет. Так, разгоняемся, разгоняемся. Ну, быстро едет, конечно же, на, на Тайкантес. Можно бы сравнить с какой-то машиной другой, если бы установить мод на Ралли. Попробую уже в следующих видео. Так, заезжаем сюда, посмотрим, что мы сможем на него поставить сейчас. Так он тюнингуется ремонт. Броня, ну броня такое, внешка интересует больше всего и окраска. Так, окраска, основной цвет. А ну-ка, что там, как он меняется. Металлик, давайте посмотрим. А, вот видите, основной цвет меняется вот это карбоновое волокно. Вот это сверху. Можем себе красным сделать даже оттенок такой. Даже серым вот таким вот. Ну, я предпочитаю больше вот черный, как по стандарту. Давайте поставим карбоновый черный, да? И дополнительный вот это что поменяется? Дополнительный цвет что-то ничего не меняется, потому что машина была так сделана, как раскраска. А нет, ребята, меняется. Смотрите, салон меняется, да? Там надо коричневый какой-то поставить. Давайте поставим какой-нибудь либо золотой, либо коричневый. Желтый можно поставить. Честно говоря, не помню, тут вроде бы какой-то коричневый, темно-коричневый у него там был салон. Вот шоколадно-коричневый поставим пока что. И все с дополнительного цвета. Потом можно остальное поставить себе колеса, стекла максимально затонировать, и остальное. Давайте пос посмотрим салон, как у нас изменился. Сейчас изнутри посмотрим. Просто обшивка у нас поменялась, а все остальное осталось как есть. Ну, в принципе, автомобиль и так хорош. То есть, Тайкан крутая машина, да. Давайте на поседок еще раз рванем. Светофор, да, если бы был здесь светофор, то можно было с светофора рвануть. Кстати, здесь полный привод, да? Да, полный привод, потому что спереди ведущий и сзади тоже. Ну-ка, сейчас рванем. Раз, два, три. Ничего себе, как разгоняется. Вот это, ребята, скорость. Надо бы с Теслой сравнить, то есть Теслу эту плейт поставить себе в игру. И с ней сравнить, как он будет ехать вместе с Теслой. Ну, Тесла, я думаю, что будет быстрее него. Потому что, все же, Тесла это новая, более новая машина. А вот этот Тайкан, то есть 21-го года. Да, заодно про повреждение протестировали, как видите. Не особо там они у нас... Большие эти повреждения. Ну, такие себе, да. Давайте еще раз куда-нибудь ударимся. Ну, такое себе, да. То есть, повреждения не сильно большие. Номера там уже отпали куда-то, вот, да. Уже нету номеров русских. Все как обычно. Ладно, ребята, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, заходите в другой плейлист. Там есть машины других блогеров по установке. Моргенштерна, там А4 Влада и других. Ну, сегодня был в этом видео такой автомобиль Литвина. Если хотите, можете себе его установить себе в игру. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и до свидания. Всего хорошего.